Как я вам уже сказала, я нежно люблю разнообразные масла для волос. К сожалению, моя любимая Марокко Oil Light у меня сейчас закончилась. Я думаю, что в ближайшей поездке я это упущение поправлю и снова его привезу себе, потому что, правда, оно мне очень-очень нравится. Я пока что разрываюсь между Essence Moist от Label и Marocco Oil, но все-таки, наверное, я вернусь к Marocco Oil, потому что оно, правда и правда, удивительное. Помимо Marocco Oil, у меня еще есть несколько любимчиков. Один из них это вот такой вот Macadamia Professional, который я вам уже показывала в предыдущем видео. Он маленький, это достаточно жирное питательное масло, которое наносится на ваши волосы. Его можно наносить на влажные волосы, можно наносить на сухие волосы, но с ним, пожалуйста, будьте осторожны, оно достаточно жирное, не пережирните ваши волосы. Также у меня есть вот такое вот масло от Davinos. Davinos — это натуральная марка косметики для волос, достаточно известная. Оно в объеме 135 мл, называется Absolute Beautifying Potion. Это лечение на масляной основе с вот таким вот спреем-дозатором. Сначала я выдавливаю несколько капель на ладонь, потом распределяю между двумя ладонями и уже потом, как двумя утюжками, провожу по всей длине волос, выпрямляя их, питая их, ухаживая за ними. Как правило, данное масло я использую на сухих волосах. Как правило, это второй или третий день после мытья головы, когда я понимаю, что мои волосы уже чуть-чуть подсохли, им требуется дополнительный уход. Тогда я несколько капель с утра, после того, как я свои волосы расчесала, я несколько капель распределяю между ладонями и, как я уже сказала, как будто утюжками наношу по всей длине своих волос, после чего мои волосы оживают, начинают блестеть, и я чувствую, что они себя чувствуют значительно и значительно лучше. Также у меня есть еще одно масло, это масло Inside Styling, масло Liquid Crystals, жидкие кристаллы, это достаточно известная позиция, которая выпускает разные марки, это масло, основной частью которого является льняное масло. Льняное масло, с точки зрения лечения, оно не очень эффективно, но оно замечательно для придания блеска волосам. В данном случае это баночка объемом 100 мл, тоже с вот таким вот маленьким дозатором. Несколько капель, сначала распределенных на ладони и потом перенесенных на ваши волосы, будет достаточно, чтобы в любой момент, когда вам нужно, придать вашим волосам мерцание, жемчужный здоровый блеск, убрать излишнюю пушистость. И, как я вам уже рассказала, что именно масло для волос является моим любимым средством для укладки, с помощью которого я, с одной стороны, могу убрать излишнюю пушистость, придать волосам дополнительный блеск, и с другой стороны, сделать их более ухоженными, вытянуть их немножко, если надо, и при этом мои волосы останутся живыми, останутся очень красивыми. Единственная хитрость с маслами, пожалуйста, определите свое, конкретно свое необходимое количество того или иного масла для одного применения, потому что если вы перестараетесь с маслом, то, к сожалению, вы получите эффект жирных волос, ваши волосы будут слишком сильно блестеть, они повиснут сосульками, и эффект будет прямо противоположный тому, которого вы хотите добиться. Для сос восстановления и для сос спасения волос у меня есть две вот такие вот позиции от L'Oréal Professionnel. Это линейка Kerastase. Одно называется Replenishing Balm for Dry Ends из линейки Kerastase Nutritive. Это вот такая вот небольшая туба объемом 40 мл с дозатором. Это бальзам для кончиков волос, восстанавливающий, питательный. Я его, как правило, беру с собой в поездки. Я наношу его не только на кончики, но и на всю длину своих волос, начиная, как правило, с середины, вот такими вот массажными движениями. Если я понимаю, что мне свои волосы хочется подпитать, хочется восстановить и сделать более шелковистыми. Очень хорошее средство, действительно работает. Несмотря на то, что в нем достаточно большое количество силиконов, Kerastase — это действительно там профессиональная марка по уходу за волосами, продукты, которые являются очень-очень достойными. А вторая позиция в марке Kerastase, которая у меня есть, это вот такой вот спрей объемом 150 мл. Спрей из линейки Fluidissimi Complete Anti-Fizz Care. То есть этот спрей я использую тогда, когда я понимаю, что мои волосы очень сильно запутались, и для того, чтобы распутать их, мне придется либо час провозиться, либо мне придется вырвать половину головы. В этом случае я достаточно обильно наношу подобный спрей на свои волосы, и уже через 2-3 минуты с помощью волшебного моего любимого Tangle Teasera я достаточно легко справляюсь с любой, даже достаточно сильной активной запутанностью.